22 новых граффити на патриотическую тематику появятся на территории округа ко Дню памяти и скорби 22 июня. Старт акции, чтобы помнили, дал глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и вооруженных сил, граффити-райтерами, активистами Молодой гвардии «Единой России» и движения «Волонтеры Победы». Изображения будут расположены на центральных улицах населенных пунктов муниципалитета. Помимо Одинцова, на территории округа готовы еще два рисунка – в Кубинке и Звенигороде. Акция «Чтобы помнили» – дань памяти ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Это свято. Мы должны помнить историю, сохранять и передавать ее, отметил президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.